ефірі прес-центр відкритий. З вами Анна Горбунчук. Тема нашої прес-конференції наразі наступна: міфи та реальність Чорної п'ятниці. Чому в Україні під час знижок покупці насправді витрачають більше грошей? Про це говоримо з Артемом Рединим, маркетологом та рекламщиком. Пане Артем, вітаю вас. Здравствуйте. Тож головне питання: завтра в нас Чорна п'ятниця. Угу. Наскільки це популярно нині в Україні, якщо порівняти там 10 років тому? Ну, в цілому, якщо 10 років назад у нас как бы все слышали об этом, но никто не видел, вот, то сейчас все крупные ритейлеры, маркетплейсы, вот, они активно продвигают этот, не знаю, праздник скидок. Вот, ну, крупные ритейлеры, типа там как Розетка, они уже фактически там за 5 дней до начала до самой Черной пятницы они начинают скидки и, ну, обвал цен условный, да. И Владислав Чечеткин написал, что за вот понедельник, который у нас прошел, посещаемость сайта, ну, с момента начала акции превысила 10,5 миллионов пользователей за один день. И он сравнивает цифры, что год назад это было всего лишь 5,5 миллионов. Ну, там 5,6, а сейчас там 10,5. Вот. То есть, ну, фактически они мощную такую распродажу начали уже в понедельник, не дождавшись, как бы, самой пятницы. Якщо, от, не називаючи брендів, магазинів, mm-hmm. от зовсім, звідки в Україну прийшла така популярність такого напряму Чорної п'ятниці? Ну, в цілому, як би, термін этот возник із фінансового сектора. После того, ну, это как бы по легенде, потому что я на самом деле фамилии не нашел в интернете, кто этим занимался, но была группа спекулянтов на фондовом рынке, которые хотели заработать на падении цен на золото и тем самым обрушили фондовый рынок. И с того времени пошел этот термин, ну, Черная пятница, когда это был черный день для фондового рынка. Як в Україні проходить Чорна п'ятниця? В порівнянні з тим, як вона відбувається, наприклад, у Європі, Америці? Ну, смотрите, ситуація в цілому, з учетом, ну, давайте так, смотрите, реально на сьогоднішній день, да, то есть после там серії локдаунів і ну, в целом, не очень благоприятной экономической ситуации. Ритейлеры розничные, ну, они не могут сильно, ну, реально там, да, обрушить цены на 70%. Ну, или там, не знаю, на 50%, в половину даже. То есть все делают, ну, в основном делают формальные скидки. Ну, и тут у нас как бы есть несколько причин, почему так происходит. Если за границей высокая покупательная способность у населения, и в первую очередь эти распродажи устраивают, они даже есть, товары идут, которые в минус там, ну, для того, чтобы освободить склад, потому что у них большая оборачиваемость товаров, и им просто надо избавиться, чтобы загрузить склад новой продукцией, ну, где уже ценник там нормально, там в районе там тих же там 30% наценки і так далі. Тобто у результаті буде все одно плюс, якщо масштабно у результаті. Ну, в цілому, да. В цілому должен бути плюс, іначе не получится, що у них економіка. Вот. То у нас за счёт низкой покупательной способности у населения не получается такого высокого товарооборота, и у нас, ну, по сути, это все формальные вещи. То есть, ну, там они формально делают на 5 там 10%. Ну, это если мы в розничном ритейле смотрим. Uh-huh. Вот. Если мы берём интернет-магазины, то, ну, смотрите, в интернет, если, допустим, в розничном ритейле считается нормальная наценка там 30%, то в розничном, то в интернете наценка в 5% это считается уже неплохо. То есть поэтому мы видим всегда разницу такую огромную между тем, что мы цена в магазине и цена в интернете. Поэтому, в принципе, если поискать в интернете, то вы тот же товар можете найти там и купить его с существенной скидкой. Вы называете так, такие цифры, как 5% максимум, да. 30% в Украине. А яким взагалі повинні бути знижки тієї справжньої Чорної п'ятниці,
якими вони є у нас. Ну, власне, ви вже назвали. Які мають бути от справді знижка Чорної п'ятниці? Ну, смотрите, тут же ж, как таковое, какую, ну, типа, да, там вопрос, какую вы можете дать максимальную скидку? Я могу дать максимальную скидку, исходя из экономики своей, да, то есть, что у меня там получается? Если я хочу создать высокий спрос, да, и распродать склад, остатки, допустим, распродать осеннюю коллекцию, ну, фактически в начале зимы, ну, то теоретически, да, чтобы я могу уйти там даже чуть в минус, но для того, чтобы освободить склад, чтобы он, потому что если у меня останется эта продукция на складе, я не смогу, мне некуда будет девать новую коллекцию, да, и соответственно, я не смогу торговать. Ну, у нас же, в нашей стране все совсем по-другому. У нас эта коллекция будет осенняя и в 2021, и в 2022, и в 2023. Ну, у нас и менталитет другой, и способности рынка нашего совсем ниже. Поэтому ну, реально говорить о каких-то ну, существенных больших скидках в розничной торговле мы не можем. Какие это знижки у Европы? Ну, в Европе там 50-70% есть. Просто за счет того, что они уходят в минус по некоторым позициям, для того, чтобы освободить склад. Вот и все. А, ну, но при этом ихняя маржа за счет высокой покупательной способности позволяет им оставаться в плюсе до момента этих больших скидок. Розкажіть, будь ласка, розкрийте нам таємниці, схема наших рекламщиків. Як так стається, що часто ми купляємо річ дорожче на Чорну п'ятницю, аніж вона коштувала до цього? Як от цей алгоритм відбувається? Спочатку ціна зростає там в 3 рази вище, чи як? Ну, смотрите, в целом, вот, допустим, если мы возьмем ту же там электронику, там есть такое понятие, как РРЦ, да, розничная рекомендованная цена. И, ну, например, яка це от, это в цифрах, например. Ну, ну, не знаю, мы, если мы берем там телефон, допустим, какой-нибудь, не знаю, марку мы можем не называть, ну, условно, берем там 15 тысяч гривен, да, на него там поставщик дает, ну, условно, в связи с тем, что модель потихоньку устаревает, да, он, ну, для того, чтобы распродать склад, он там дает скидку в районе, ну, не знаю, там 10%, то есть 10% вы можете понизить, ну, и все, кто официально закупают этот товар, они могут понизить цены. Все, что будет ниже этих 10%, это будет являться демпингом. Ну, то есть, если какая-то сеть начинает понижать ниже, чем розничная там рекомендованная цена, то просто она может попасть под санкции этого поставщика, потому что они демпингуют рынок. Ну, а что такое демпинг? Это ну, никто не зарабатывает на самом деле. Вот, поэтому сильно здесь каких-то подвижек по цене, ну, особенно в разрезе там, покупки электроники, ну, практически не происходит. То есть вот где реально мы можем там, сэкономить, вот это порошки, там, не знаю, подгузники. То есть если люди рассчитывают, что в Черную пятницу я там пойду куплю себе планшет там, с ценником там, минус 50%, но этого не произойдет. Ну, добре, сукня. Да. На моєму прикладі коштувала вона 3 місяці тому 2000, а місяць тому перед Чорною п'ятницею вона коштувала 2700, зараз вона коштує 2200. Розумієте, про що я кажу? Угу. Тобто все одно я дорожче її куплю, аніж до цього сезону, початку Чорної п'ятниці. Ну, смотрите, це такі хитрі моменти на самом деле. Що це за схема? Як вона називається, якщо на мові маркетологів? Что это за такой инструмент? Ну, смотрите, есть такое понятие, как ну, грязная прибыль. Вот, то есть, ну, в данном случае это просто манипуляции этой торговой сети или там, конкретно этого магазина. Вот, ну, раньше, допустим, понятия такого не было, грязные прибыли. То есть, это оно появилось в последнее время, когда стали крупные
особенно это с Америки все пошло, крупные интернет-магазины и давать очень низкие цены, и стали говорить о там, ну, справедливой цене, там, честной цене и все такое. А если мы возьмем 10 лет назад, так вообще понятия не было. Но какой ты ценник поставил, ну то есть даже и у нас это на самом деле в нашей стране, это только сейчас начинают обсуждать там, грязные прибыли и все такое, когда тебя там жестко там контрактами ограничивают, под, ну это если вы там, не знаю, условно там покупаете ну, какую-то подписку, допустим. Ну и также у нас и по ценам, то есть, ну это ну, фактически просто манипуляция с ценой и выдаем там желаемое за действительное. Чи як багато українців, ну, грубо кажучи, ведуться на такий обман? Ну, безусловно, я думаю, что люди, которые не мониторят, ну, то есть, ну, смотрите, вообще розниця, на самом деле, чем она отличается от интернет-торговли? В интернет-торговле не бывает спонтанных продаж. Поэтому там и ценник такой низкий, ну, то, ну наценка низкая на товар, там, ну, в районе 5% это считается уже за счастье. А розниця чем? Это больше эмоциональные покупки. То есть человек приходит… Что такое эмоциональная покупка? Ну, то есть он вау-эффект. Uh-huh. Вот он пришел, увидел платье, ну, или девушка там пришла, все супер, там, звонит своему любимому человеку, слушай, ну, нужно мне эти 2000, там, вот срочно, такое красивое платье. Вот, это эмоциональная покупка. А якби придбав 2 місяці тому, було б не 2200, а 2, да? Власне, ще питання до вас. Новий рік – це теж величезна така подія для світу магазинів, виручка, подарунки і так далі. Якщо порівняти Чорну п'ятницю з Новим роком, де буде більше продажів, де будуть більші знижки? Ну, смотрите, вот этот період, починає з Чорної п'ятниці і, в принципі, там, ну, где-то до 15 января, это весь період буде низьких цін. То есть нельзя сказать, що от там 1 декабря ціна буде вище, чем там 31. Ну, на какие-то позиції сезонні, да? Может, то, что связано с новогодней атрибутикой, это да. А такие вещи, не знаю, там обувь, куртки, там электроника, в принципе, ниже цен, ну, существенного разрыва цен не будет. В Украине. В Украине, да. Но за границей возможно, потому что там же тоже сезон. Ну, к примеру, если мы возьмем даже, ну, банально, там, не знаю, ту же Турцию. Если вы в июне приезжаете, у нас в июне это активно еще продаются летние позиции, а они в конце июня, у них уже летних позиций нет. У них уже весь июнь идет сезонная распродажа летней коллекции, и они уже куртки продают в июне. Вот, вот, ну, как это происходит, ну, в развитых странах. У нас куртки продают в ноябре. Угу. Питання. Можливо, ви нам ще розкажете про схеми, тому що я так розумію, вона ж не одна, тобто не лише вони там ціну до Чорної п'ятниці там завищують, потім її понижують, вона все одно вища, ніж була попередня. Існує ж безліч таких схем. Розкажіть про найпопулярніші. Ну, смотрите, в цілому тут з ціною сложно маніпулювати, как-то существенные какие-то схемы придумывать. Ну, это ж, ну, опять же, мы говорим про, ну, по сути, про обман мы говорим, потребителя. Ну, обман, он быстро вскрывается, то есть сразу хейт идет на эту сеть торговую, или, ну, в условиях там нашей сейчас реальности, да, что Facebook, там, ну, в основном Facebook, сразу через 2 минуты это все будет опубликовано. Поэтому, ну, сейчас стараются от этого отходить. Ну, может, какие-то маленькие магазинчики могут на себя принять, ну, попытку, скажем так, обмануть покупателей. Ну, крупные торговые сети, ну, это как бы имидж все-таки. Им это не очень выгодно таким заниматься. Які ви поради дали покупцям, щоб вони не попалися у цю пастку знижок і Чорної п'ятниці? Смотрите, тут, если вы хотите сэкономить деньги, то покупайте продукцию в интернете. Я вот скажу так, цифры по интернету, если у нас относительно розничных продаж, офлайновых, если там до пандемии, ну, 2018-2019 год, то были в районе 4-5%
всех, да, покупок в интернете, то сейчас они уже увеличились после пандемии там до 15, там, ну, да, ближе к 20. Вот. То есть люди потихонечку переходят, все больше и больше переходят на маркетплейсы и покупают онлайн, тем самым экономя деньги. Ну, разница примерно может составлять, без всякой даже черной пятницы, в районе там 20-25%, просто из-за того, что вы купите товар в интернете. Тут я хочу поспорити, бо я минулу Чорну п'ятницю вирішила поїхати до торгівельного центру у Дніпрі. То ажіотаж був як на Новий рік, якщо чесно. Може, це в порівнянні з Америкою все одно мало? Що ви скажете? Ну, в тому году, ви ж не забувайте, там якраз ж збиралися вводити локдаун. І тоді, ну, то есть, тут коректировки були, ну, во всяком случае, в тому году на фоні локдауну. То есть, зараз я не знаю, буде ли такий ажіотаж реально. Но, смотрите, давайте так, надо же понимать, что есть культура, да, там, вот, допустим, не знаю, там, Хэллоуин, да, когда-то, у нас его когда-то вообще не отмечали, да, сейчас появляется культура среди молодежи отмечать этот праздник. Точно так же, как по скидкам, ну, это культура. Если в Соединенных Штатах, там, в Европе это принято, и все к этому морально готовы, человек уже, ну просто он, если он настроился морально на скидку, он уже не пойдет в этот магазин или там в какой-либо другой, где нет скидки. То есть на это настроена и экономика продаж. Я думаю, что, ну, там, еще пройдет какое-то время, может быть 4-5 лет, ну не очень долго, и мы к этому придем потихоньку. Ну, просто цены будут по-другому строить, и возможно наценка просто будет в середине сезона выше. В середине сезона выше, потом они будут ее как бы обрушивать, и будет получаться вот такая большая разница. Ну, для этого должна быть благоприятная экономическая ситуация. Ну, как маркетологи заохочують покупців, окрім як знижками? Ну, смотрите, на самом деле никто ничего нового не придумал. Покупатель в первую очередь ориентируется на цену. Ну, цена и бонусы. Ну, на самом деле, сильно тут вариаций нет. Там, где, допустим, ну, если мы берем такие товары там низкомаржинальные, ну, допустим, та же там электроника, если там есть у них какой-то зазор, они там дарят, не знаю, стекло, чехол там, и что-либо еще, ну, сильно там нет манипуляций, нет возможности для манипуляций из-за того, что низкая маржа на саму продукцию. То есть там в районе 5%, вот на электронику в районе 5% маржа, там ты, ну, тебе некуда двигаться просто по цене. А ще ви можете, ви вже казали, які там товари, ну, більш ходові, можна купити по справжніх знижках, от реально людина по нормальній знижці, які товари в Чорну п'ятницю може купити? Ну, это с высокой маржой товары изначально. Канцелярия, допустим. Там, бытовая химия. Там, не знаю, подгузники. Ну, какая-то такая продукция. Ну, не высокотехнологичная. То есть что-то такое простое. Там, где высокая маржа. Вот на канцелярии там вообще огромная маржа. Там по 200-300% маржа на ручках. Там. Вот там реально они делают скидки. Но кажется, что да. Ручка стоила 25 гривен. Они там обрушили цену. Она там стоила 17 или 15. Ну, вроде там 70% скидки. Ну, или там 50. Ну, звучит красиво, но они все равно зарабатывают. Потому что там маржа огромная. Питань нема? Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях був Артем Ретинг, маркетолог. Говорили про міфи та реальність Чорної п'ятниці. Чому, власне, в Україні під час знижок покупці насправді витрачають набагато більше грошей, аніж в якийсь інший день. Я також нагадую, що якщо ви хочете долучитися до наших обговорень або ж запропонувати вашу тему для прес-конференції, яка вас цікавить, наші соціальні мережі та сторінки ви бачите наразі на екрані. Шукайте в них дописи прес-центру та прямо у коментарях пишіть ваші побажання. Ми обов'язково їх побачимо та прокоментуємо. З вами була Анна Гробенчук і до побачення.